С 4 по 10 октября на территории Магаданской области зафиксировано 3 ДТП с пострадавшими, два из которых произошли в областном центре. 10 человек получили телесные повреждения. По словам специалистов, основная причина аварии – невнимательность водителя или неоправданный маневр. Кроме того, за 9 месяцев на Колыме произошло более 30 аварий с участием пьяных водителей. За 9 месяцев на территории Магаданской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, при которых 9 человек погибли и 49 получили телесные повреждения. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей на территории Магаданской области проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого сотрудники полиции проводили массовые проверки, то есть кратковременная остановка транспортного средства, проверка водителя, есть ли у него признаки опьянения, а также водительское удостоверение. За 4 дня данное профилактическое мероприятие сотрудниками госавтоинспекции выявлено 8 водителей, которые управляли в состоянии опьянения. Один из этих водителей повторно сел за руль в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям правильно выбрать скоростной режим, особенно с приходом морозов и снега. Нужно учитывать тормозной путь автомобиля при торможении в гололед.